снова взял старт новый этап программы туристического кэшбэка. До 12 апреля можно купить туры по России и вернуть 20% от стоимости путевок. Правда, можно будет рассчитывать не более чем на 20 тысяч рублей. Но и это деньги. Отправиться в поездку можно уже с сегодняшнего дня и до 30 апреля. Если речь идет о круизах, то в тур с кэшбэком получится поехать с начала навигации по 1 июня. Доступны поездки во все регионы страны. Подробности на сайте.